I'll get dough. I can't get no sleep, please make my life more simple. Now's inside these shoes, so I don't stop. Девочки, давайте пройдемся по списку и поймем, все ли мы с вами взяли. Первое, косметика. Есть. Вечерние платья. Диана, я этим занималась. И самое красивое вечернее платье у меня в чемодане. Парфюм. Есть. Самые красивые купальники. Самые красивые купальники кладу в чемодан. Много денег на шопинг. Диана, ну вот ты же всего? Да, Настя, конечно, я взяла. Накладные ресницы. Накладные ресницы у меня в чемодане. Супер! Девочки, я понимаю, что вы уезжаете только на эти выходные, но я хочу вам провести инструктаж, как себя вести. Стелла, поверь, не нужно. Мы взрослые девочки. Тем более с нами будут наши парни. Мы будем под присмотром. Отлично, девочки. Тогда грузим последний чемодан. Девочки, пожалуйста, ведите себя хорошо, чтобы мне за вас не было стыдно. Стелла! Разве тебе когда-то было за нас стыдно? О, Бани, вы съезжаете с Милы. Отлично, меньше народа, больше кислорода. Правильное решение, Бани, мы за вас очень рады. Не радуйтесь, кисы, просто на эти выходные мы едем отдыхать. Да, парни нам приготовили сюрприз. А вам вообще кто-то делает сюрпризы, кисы? О, сюрприз? Нет, мы не завидуем. Так, кисы, успокойтесь, мы с вами тоже прекрасно проведем выходные. Надеюсь, без йоги. Что ты нам прекрасного можешь предложить, Стелла? Девочки, на этих выходных мы устроим распродажу наших бэушных вещей, и на эти деньги мы купим стикер-пак Леди Банни. Что? Это не супер предложение. Удачных выходных, кисы. Девочки, стой, девчонки, пожалуйста, возьмите меня с собой. Я маленькая, занимаю очень мало места, и у вас не будет проблем со мной. Бих, ну скажи им. Так и знала, что кто-то будет проситься с нами. Жужа, понимаешь, мы едем со своими парнями, и ты нам будешь мешать. Ты лучше эти выходные проведи с Бигом. Жужа, может в кино? Не хочу я в кино, Биг, у нас каждый вечер кино, постоянно ужасы, а я люблю мультики. Биг, своди Жужу на мультики. Девочки, поехали, уже предвкушение крутых выходных. До встречи. Ну ты что, Биг, ты меня сводишь на мультики? Кому-то крутые выходные, а кому-то продавать бэушные вещи. Это будет весело, я обещаю. Привет, привет! Я и моя семья очень любим животных, поэтому мы решили спасти заброшенный зоопарк. Скачивай игру, ухаживай за животными и помоги построить парк вместе с нами. Встретимся в игре, ссылка в описании. Абрикос! Съедобное! Таракан! Зачем? Это же несъедобно! Съедобные тараканов жареными едят. Фу, поедатель тараканов! Вообще-то, Тая, тараканы несъедобны. Если ты их ешь, это твои проблемы. Меняемся местами. Баскетболистки, хороших выходных. Вам, баскетболисты, тоже. Мы уезжаем, баскетбольное поле в вашем распоряжении. Только не мусор, и чтобы ни одной бумажки не было. Я остаюсь, я буду за главную и буду проверять. Ура, баскетболисты сваливают. Стоп, а куда это вы уезжаете? Мы остаемся, а они уезжают на выходные. Хоть бы кто-то нас взял с собой. Мы не будем рассказывать, куда уезжаем, чтобы не расстраивать вас полностью. Мы уезжаем с нашими девчонками. И проведем выходные, круто. А вы, баскетболистки, не мусорьте на баскетбольном поле. Мы уезжаем с нашими девчонками. Опа, баскетболистки уже позавидовали. Ни капельки. У меня шлем противоударный, мне пофиг. А мы все кисам расскажем. Шон, успокойся, нам кисы уже говорили, что мы ябеды. Ну где же эти мальчики? Говорили скорей, скорей, а сами не пришли. Мы же не будем сами загружать чемоданы в багажник. А вон и мальчики. Девчонки, мы тут. Они куда собрались? О, ну наконец-то, мальчики! Пацаны, помогите загрузить чемоданы в багажник. Девчонки, а зачем столько чемоданов? Куда вы собрались? По-моему, это много вещей. Мальчики, просто мы всегда хотим быть для вас красивыми. Мы взяли все самое необходимое. Ничего лишнего. Пацаны, как вы не понимаете, что девочки любят менять образы? Настя, это что? Закат, это для отдыха. Ну что, мальчики, загрузите наши чемоданы? Пацаны, мне кажется, девчонки немного перебрались с вещами. Ну что, любят менять наряды, будут менять наряды. Но они же сказали, что взяли все необходимое. Знаешь, все будет ок. Какие же все-таки наши пацаны супер! Приготовили для нас такой сюрприз. Надеюсь, нам сюрприз понравится. 100%, иначе мы в мальчиках разочаруемся. Баскетболисты не могут делать для нас плохой сюрприз. Мальчики, мы едем!
что, пацаны, поехали, девчонки зовут. Проведем эти выходные, не забываем. Да, мы и наши девчонки. Ребят, я понимаю, что вам сложно расстаться со своими вещами, но берите пример с меня. Я первая пожертвую своим любимым платьем. Если я продам свои любимые штаны, то деньги я забираю себе. Нет, ты слышала, мы покупаем стикер-пак. Моя любимая футболочка с мишками. Прощай. Ну, ребят, чего стоим? Жужа пожертвовала своей любимой футболкой. Давайте прощаемся со своими вещами. А, ничего, что моя кофта не стиранная. Просто я не думала, что я буду ее продавать. Моя любимая оранжевая футболка. Моя счастливая майка. Офигеть, мы должны продавать свои вещи по прихоти Стеллы. Ребята, быстрее устроим грандиозную распродажу наших БУ вещей. Первый и последний раз. Стелла, мы идем на такое. Ну что, у этих БУ вещей появятся новые хозяева, и они обретут новую жизнь. Мальчики, ну что, когда мы уже увидим ваш сюрприз? Мне что-то колет в ноги. Здесь что, кактусы? Мы что, в пустыне? По-моему, мы на каком-то крутом отдыхе. Такой свежий воздух. Ну что, готовы? Да! Раз, два, три! Мальчики, что это? Это сюрприз. Правда круто? Сюрприз! Что? Но это ведь не лакшери отдых, Кирилл! Мы что, будем жить как дикари? И ходить пипи под куст? И принимать душ под дождем? Мальчики, это плохой сюрприз. Но мы думали, вам понравится. Почему мы все время сидим на вилле? Ай, меня уже кусают комары! И меня! И меня! Не переживайте, мы взяли москитную сетку и спрей от комаров. Мальчики, вы хотя бы предупредили, к чему тогда все эти вечерние платья? То на косметике. Это не отдых, это будет борьба на выживание. Пацаны, мы облажались. Ничего, пусть девчонки привыкают к разным условиям. Согласен. И где же наш дом на эти выходные? Девчонки, вот ваша палатка, мы там все оборудовали. Да, девочки, оборудовали. Постелили покрывало и пару подушек. Мальчики, это в бутылках что, лимонад из лесных ягод? Да нет, это холодный компот, угощай. Главное, что есть маршмеллоу. Мальчики, наверное, думали, что мы будем жарить маршмеллоу на костре и петь песни. Девчонки, чем вы такие недовольны? Диана, смотри, что я для тебя взял. Будешь спать зайцем. Спасибо, Кирилл, но зайцем сегодня спишь ты. И зачем мы брали столько вещей? Еще мальчики такие интересные. Две подушки положили. Ага, а нас-то четверо. Девочки, а кто-то брал с собой покрывало или крем от комаров? Нет. Классно, комары нас сожрут. А вы слышали, какая Диана злая? Не только Диана, все девчонки недовольны. Вот так им делать сюрпризы. Короче, пацаны, ночью будет месть. Напугаем их так. Так это как? Мы что, позовем медведя? Нет, я там нашел мертвую змею, подкинем им в палатку. Ой, девчонки нам этого точно не простят. Это будет сюрприз на все выходные. Но мы старались, а они не оценили. Ребята, всем привет! Мы снимаем для вас жесткий контент. Угадайте, где мы? Мы в лесу! Мальчики хотели сделать нам сюрприз, но сюрприз не удался. Да, еще здесь очень сильно кусаются комары. И нету туалета, я уже хочу пипи. А еще мы взяли столько крутой одежды, но нам некуда ее носить. Ребят, вы любите отдыхать дикарями? Лично мы нет. В чемодане столько классных купальников, а придется загорать под елкой. А где мы будем принимать душ? Дождя нет. Небо ясное. Настя, что ты несешь? Просто возьми бутылку минеральной воды. Майя, мне одной бутылки воды не хватит, чтобы принять душ. Ладно, ребят, пожелайте нам удачи. Мы сейчас будем жарить маршмеллоу. На связи. Ладно, девочки, не нойте. В любом случае, мы уже здесь, и другого выхода у нас нет. Помоги нам прожить эти выходные в палатке. Сейл, сейл, сейл. Секонд-хенд. Пацаны, какой секонд-хенд? Эти вещи почти как новые. Вот мы уже две вещи продали. Обалдеть, мы тут стоим, шмотки продаем. А бани под солнцем где-то загорают. Жизнь несправедливая, Блонди. Так бывает, наверное, нужно смириться. Сейл! Девочки, кричим громче, зазываем покупателей. Сейл! Опа, у бани прямой эфир. Не включай, не хочу завидовать. Что, они в лесу в палатке? Ребят, да зачем вам баня? Давайте продадим много вещей. Погодите, где мы? Мы в лесу! Бани в палатках отдыхают дикарями. Yes! Как хорошо, что баскетболисты не знают, какой отдых нужно устраивать девушкам.
Спасибо большое, приходите еще. Ребят, пока вы обсуждаете бани, я продала еще одну вещь. Это невозможно не обсуждать. Бани дикари! Вы представляете, они даже не смогут сходить там в душ. И от них будет жутко вонять. Девочки, ваши маршмеллоу. Спасибо, мальчики. Именно о такой еде мы и мечтали. Это самые худшие выходные, которые вы, мальчики, нам могли устроить. Я понимаю, если бы вы нам принесли какое-то смузи, а не этот зефир на палке. Томас, ты же знаешь, я не ем маршмеллоу. Мы на природе. Девочки, расслабьтесь. Или мы вам кинем дохлую змею, которая там валяется. Там дохлая змея? Ладно. Давайте свой маршмеллоу. Вот так бы и сразу. И это, девчонки, ну уже надо грибочков насобирать. И переодевайтесь во что-то удобное. Что? Грибы собрать? Ну все, теперь мы не черлидерши бани, а обычные грибники. Еще нам не хватало на мухомор нарваться. А, маршмеллоу вкусное. Закат умеет шарить. Все, пацаны, девчонки попались на крючок. Пусть привыкают к разной жизни. Да, пойдем насобираем грибов и кинем им в корзинку паука. Да. Мальчики, а можно еще маршмеллоу? Вика, я когда увидела тебя, я сразу поняла, ты создан для меня. Жужа, я так же подумал. Не понял, а что вы делаете в тренировочном зале? Тимур, это не то, что ты подумал. Тимур, стучаться надо. Ребят, свои любовные истории не в тренировочном зале. Тимур, а ты что здесь делаешь? Если не ошибаюсь, этот зал для черлидерш. И для талисмана, я пришел сюда расчесать свой костюм. Ладно, Жужа, пойдем в другое место. Пойдем, Бик. Я надеюсь, Тимур, ты не будешь там тоже свой костюм расчесывать. Смешная любовная парочка. Чтобы в тренировочном зале я вас больше не видел. Ну что, ребят, кто молодцы? Мы молодцы! А наши вещи продались? Ваши вещи даже никто не щупал. Купили даже мою леопардовую кофточку. И даже не стиранную. Раскупили вещи Кис, Шона и Зака, а также мое платье. А моя футболка с микротрещиной по самой высокой цене ушла. Какая микротрещина? Ну, после стирки, на рисунке. Винтаж. Короче, понятно, нам тут делать нечего. Но мы должны получить хоть какую-то денежку, хотя бы на мороженое. Я не верю, что наши вещи не продались. Они же были самые красивые. Ваши вещи просто ужасно пахли. Вот баскетболисток очень специфический. Девочки, все, мы уходим. Где наши вещи? Там, на улице, у входа. Пока. Девочки, а это вам, заработали. И все. А остальные деньги пойдут на дело. Купим стикеры. Я буду использовать стикер с зайчиком. А я с короной. Короче, девочки, будем собирать чемоданы. Я не могу здесь находиться, это не моя среда обитания. Едем домой. Да, едем домой, Кнопы. Одну ночь я тут не переживу. А кто пацанам об этом скажет? О, только не я. Давайте решим на Суефа. Давайте. Суефа. Суефа. О, слышали, девчонки на Суефа спорят, кто будет грибы собирать. Да все равно, что они там наспорят, грибы будут собирать все. Я хочу, чтобы они нарвались на большую, гигантскую улитку. Девочки, вы проиграли. Поэтому пацанам говорите вы. Ладно. Мальчики, можно вас на минуту? Да. Короче, пацаны, коротко и ясно, мы собираем чемоданы и уезжаем отсюда. Мы не можем здесь находиться. Спасибо за сюрприз, но этот сюрприз не совсем подходит для нас. Нас искусали комары! Да, девочки, вы слабачки. Вы неблагодарные. Ну и валите, а мы остаемся здесь до выходных. Круто! И кто нас домой повезет? Девочки, сами доедем. Давайте собираем чемоданы, ноги в руки и поехали. Ребят, ну а вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ждите наши новые крутые серии. И скажите, вот вы бы хотели поехать на отдых... Вот такой с парнями. Лично нам он не очень зашел. Всем до новых встреч, всем пока! Девочки, давайте, вещи в чемоданы. Позовем медведя? Нет, я там видел дохлую змею, подкинем им в палатку. Моя футболка по самой высокой цене. Моя футболка с микротрещиной по самой высокой. Моя футболка с микротрещиной по самой высокой цене. Вот тебе, блядь. Тимур, это не то, что ты подумал? Что? Грибочков насобирать? Ну все, теперь мы не черлидерши бани, а обычные грибники. Еще нам не хватало на мухомор нарваться. О, слышали, девчонки на Суефа спорят, кто будет грибы собирать. Да все равно, что они там наспорят, грибы будут собирать все. Я хочу, чтобы они нарвались на большую, гигантскую улитку. Кораблик Томас.